Общение с подрастающим поколением, учащихся разных школ, которые собираются вот в этой мастерской, интересующихся активно прикладным искусством, под чутким руководством Инги Мурадовны превращается в настоящий праздник. Вот в такой незатейливой игровой форме ведется ее урок с рассказами о истории нашего народа, о самих национальных костюмах и традициях. Итак, дети постепенно и лучше усваивают нужную им информацию и приобщаются, конечно, к прекрасному. По словам Инги Мурадовны, такие мастер-классы проходят в разных мастерских, а также в летних лагерях в сезонное время. Главное тут, по словам самого мастера, развить и уловить интерес к этому виду искусства у ребят. Итак, здравствуйте, друзья! Как вы догадались, мы находимся в мастерской, не совсем обычной, где творятся настоящие чудеса, причем в самых разных проявлениях прикладного искусства. И сегодня мы непосредственно пригласили в нашу программу энергичную, многогранную женщину, которая постоянно ищет новых знаний, горизонтов, и при этом у нее получается это очень плодотворно, поскольку если человек занимается делом по душе, то оно рано или поздно приносит свои плоды. Итак, у нас в гостях очаровательная, талантливая женщина-кукольник, что очень редко в наше время. Инга Ставрева, здравствуйте. Здравствуйте. Инга, мы только что поприсутствовали на вашем таком импровизированном мастер-классе, где узнали очень много нового, и главное, мы вот в глазах детей прочитали интерес неподдельный к этому виду искусства. Ведь смастерить такую куклу, да еще придать ей такой национальный тон, колорит, это, конечно, дорогого стоит и фантазии, и знаний, и, конечно, души, которой вы обладаете, богатой души. Скажите, пожалуйста,
Я знаю, что в вашей семье шили, как-то это пошло с детства, увлечение. Но тем не менее, что для вас значит сделать куклу и подарить ее при этом еще? Надо тут раскрыть чуть-чуть душу, потому что это занятие по душе. Для меня это занятие не коммерческий проект, и поэтому, если говорить об этом моем увлечении, то надо сказать о тех чувствах, которые при этом присутствуют. Возможно, это прозвучит несколько, ну, даже пафосно. И это кощунство говорить такие слова, что я себя ощущаю Богом, это далеко не так. Но что-то очень отдаленно напоминающее, когда ты творишь и создаешь, потому что творец, он поэтому творит, что он создает, и ты ощущаешь что-то, вот что-то похоже на это чувство, когда в твоих руках что-то рождается, созидательно творишь. И это... Ну, это мистика, она, ну, у меня не хватает слов, чтобы передать эти ощущения, которые я испытываю, когда я это делаю. Причем начиная работу, если она не на заказ, где надо прийти к определенной цели, начиная работу, я не знаю, что получится в конце. То есть, как бы, руки, душа, кукла сама диктует, куда ей, куда развиваться. А как фантазия, да? Но при этом надо обладать обязательно знаниями того же художественного училища закончить или что-то вот в этом плане изобразительного искусства. Вы должны, вы уже как бы заблаговременно обладали знаниями, когда приступили к этому? Нет, я ничего не заканчиваю. То есть это все идет чисто вот с такого... Я не заканчивала никаких специальных заведений, в смысле художественного. Но у нас, наверное, все-таки генетика, она существует, и, наверное, существуют вещи, которые передаются с поколения в поколение, потому что если взять... последующие за мной поколения, то у меня в доме 3 художника, 3 моих сына, я их не учила ни разу вообще, я даже ни разу не показывала, что делать. И если вперед смотреть, вернее, назад, в предков, у меня и братья двоюродные, ну, в общем, это такое какое-то династия, что ли, какая-то. А по специальности вы совершенно полярную профессию имеете, инженер? Ну, наверное, вопрос, они развиваются одинаково, очень приземленная, практичная. Профессия инженер-строитель-технолог. Хотя в этом мире все настолько взаимосвязано, потому что основа здесь керамика. Это кирпич, который я умею производить как профессиональный строитель-технолог. Так что в этом мире все взаимосвязано. Вы сегодня даже посмотрели, что у нас даже есть среди вашей коллекции известные наши актеры. Вот, пожалуйста. Знакомые нам люди. Суслан Пилов, известный наш народный артист Государственного драматического театра. Прошу жаловать, очень даже похож в образе Джамбулата, кстати говоря. Я почему перешла плавно к образу, потому что это, наверное, очень кропотливая работа. Надо знать, наверное, персонаж, близко знакомым быть с человеком, почувствовать, как вы говорите, душу этого человека, и потом уже можно передать его в действие. Да, возможно, да, сейчас есть всякие технологии, такие там лазерные, компьютерные, они считывают очень точно. Да? Можно ввести фотографию, и будет прям вот копия. Но она не будет душой обладать. Потому что если ты не притронешься живыми руками к живому материалу, и материал не впитает твое желание передать настроение, твое отношение к этому человеку. Я не постесняюсь так сказать, что мы с ним лично не знакомы, но я его очень уважаю. Ну, в нашем городе все как бы, да, друг друга знают, если не лично, то посредственно. И были такие ситуации в жизни, которые внушили мне к нему большое уважение. Он об этом, кстати, не знает. Я бы никогда этого лично не говорила. Если бы это было не так, если бы это был человек, к которому отношение мое было, допустим, далеко, я бы просто не взяла за эту куклу. И это считывается, когда ты делаешь это с любовью и симпатией, это считывается. Для такого богатого внутренним миром разностороннего человека, как Инга Цхавребова, ограничивать себя в одной ипостаси очень трудно, поэтому она в своей жизни совмещала несколько профессий. На данный момент она преподает в нашем Цхинвальском колледже, а также в свободное время делает, мастерит куклы и приобщает вот в таких мастер-классах уже подрастающее поколение к такому виду искусства. Среди ее коллекции можно встретить разных персонажей, причем не только в национальной форме, но и известных людей из мира искусства,
науки и просто любители прикладного искусства, которые приходят, активно заказывают куклы. Я вижу, вот прослеживая в вашем творчестве все-таки национальную такую приверженность, да, к тому, что вы делаете. А вот эти платьишко, это вот все наряды, это все вашими руками сделано? Я так поняла. Да, это делается все от начала до конца, ручная работа. И даже применение швейной машинки, чтобы сделать какие-то операции подстрочить, недопустимо. Я делаю все просто на руках. Вот этот костюм сшит на руках. Там есть операция, которую можно подстрочить на машинке, как шьется одежда. Я принципиально этого не делаю. Вот. А вот единственное, в силу обстоятельств, орнаменты, они не вышиваются вручную, потому что это тогда получается, очень авторская работа, она, стоит баснословных денег и затрат. Поэтому вот здесь чуть-чуть, делается, заготовочка, да, и она приклеивается. Понятно, что это больше напоминает сувенир, скажем так. Да, это сувенир. Чем куклу, которую можно купить ребенку тому же. Да, пресловуто поиграться и положить на место. Я вам сейчас расскажу, какие разновидности бывают. Бывает авторская кукла, которая все детали должны быть. Вот посмотрите, вот у этого Джамбулата, у него ювелирные изделия, вот эти газыри, вот этот кинжал, это все точное повторение, историческая достоверность должна быть. Сувенирной кукле такого требования нету. Человек приехал, взял себе сувениры, повез в гости, оно а-ля напоминает. Да, нечто кавказское. Здесь не обязательно соблюдение доскональное всех исторических таких нюансов. Она допускает более вольное толкование и интерпретирование. Потом сувенирная кукла отличается, от игровой, соответственно, материалами, потому что хрупкие материалы ребенку давать нельзя, разобьет и все. Потом ребенку обязательно будет интересно раздеть ее, посмотреть, как это устроено. Поэтому следующим этапом. А вот цель ваших мастер-классов с подрастающим поколением все-таки в чем? Привить им любовь к прекрасному или научить их каким-то обычаям посредством кукол? Что было с меня целью? Вы знаете, я не помню, где и когда я слышала, что человек, который занимается любимым делом и не думает о том, как это дело будет продолжаться после него, не любит это дело. Он любит себя в этом деле. Политик, который не думает, что будет с государством после него и не готовит себе преемников, это не политик, это эгоист. Человек, который не оставляет после себя все, чтобы... Вы знаете, у меня была любимая бабушка, Царство Небесное, и у меня были маленькие дети, еще грудные, и я жила в ее доме. Дети играли на участке, и в какой-то момент бабушка встала, подошла. Бабушке было 80 лет, и она сказала: это очень хороший сорт. И подняла погнутое дерево. И я тогда подумала, ведь бабушка знает, что когда это дерево начнет плодоносить, ее уже не будет. Вы понимаете? И вот это отношение к делу твоему, это значит, ты любишь это дело, и оно будет, ты хочешь, чтобы оно продолжалось даже после тебя. Поэтому я хочу мастер-классы, чтобы девочки этому научились, потому что когда я была маленькая, мне негде было этому научиться, я все это до сих пор докопалась сама, и мне хочется дать им такую возможность. А что вы сами получаете? Эстетическое удовольствие, возможность проявить какие-то свои внутренние желания, тот же потенциал. Что вас больше преобладает, когда мы взялись за это дело в довольно зрелом возрасте? Во-первых, я взялась не довольно зрелым возрастом, просто на люди вышла довольно зрелым возрасте, а там у меня всегда было. И на самом деле, знаете, есть такие технические понятия, да, поскольку мы поняли, что это не только как искусство отношений. Синтез и анализ. Когда ты анализируешь, ты разбираешь на части. Когда ты синтезируешь, ты собираешь из частей. Это синтез всего, что мне интересно. Я умею стричь. Мне интересно делать прически. Шить. Я умею шить, мне интересно шить. Я умею рисовать, мне интересно рисовать. Но есть чисто психологической точки зрения. Это отдельная тема. Это идет тоже релакс. Это отдельная тема. Это отдельная тема, это релакс, это медитация. И доступна ли она всем желающим? Вот такой вопрос. Или это все-таки должен быть какой-то... Изготовление кукол? Предрасположенность природная, да.
Я не отвечаю за других, я вообще считаю, что в жизни ничего невозможного нет. И не боги горшки обжигают, все дело только в наличии времени, желания, силы намерения, затраченных усилий, материалов. Да. Ну, вот лично меня ничего не остановит сделать то, что меня интересует. На примере Инги Цхавребовой, сегодняшней нашей героини, можно смело сказать, что после 40 жизнь человека только начинается, то есть он входит в самосвое. После 40 начинается, после 50 начинает бушевать. Что будет после 60, я вам расскажу лет через 10. Получается ли сегодня в наших реалиях у вас заронили это зерно при общении молодого поколения к этому искусству? Я не хочу быть жесткой и говорить все, что я бы хотела сказать в некоторые моменты, общаясь с лицами, которые в силу своих должностных обязанностей должны были бы этим заниматься, и даже не в силу личных симпатий. Я просто хочу сказать фразу, которую недавно мне вспомнилась, что дети – это настоящие люди, а взрослые – все, что от них осталось. И когда я вижу, что от этих детей мало что осталось во взрослых, я просто раздражаюсь и ухожу, к сожалению. Поэтому вот наше интервью будет последней попыткой привлечь внимание детей к этому и привлечь всех людей, которые в силу занимаемых должностей обязаны не мне, этим детям помогать, обязаны такую возможность. Что мешает? Поймать кому, мне или им? Вам приобщить. Мне? Да. Мне да. Ничего не мешает. Мне даже жилплощадь не мешает. На кухню все принимают детей, они мне готовят дом. Мне вообще ничего не мешает. Но хотелось бы, чтобы это было, Но это частная инициатива, так. И она по масштабам несоизмерима с государственной инициативой. И наши громкие слова о патриотизме, о сохранении национальной культуры и всего остального, ничего не стоит, если начать с таких маленьких шагов, из которых потом складывается по кирпичику дом. А если мы отойдем от сегодняшней мастерской, от тех же мастер-классов, не было желания у вас что-то сделать, свои персональные выставки или поучаствовать на каких-то тоже таких конкурсах в плане выставки своего творчества, такого необычного? Я вам задам встречный вопрос, и от ответа будет зависеть мой ответ. А зачем? Чтобы расширить, наверное, сферу своей деятельности, как-то приобщить к этому и других, или... Расширять сферу своей деятельности мне не надо, потому что то количество, которое я успеваю делать, свободное от основной работы время и от маминых обязанностей время, мне достаточно. Для этого мне не нужна выставка. Если это площадка для того, чтобы люди это узнали и увидели, то современные площадки, интернет-площадки мне молодежь говорит, что гораздо более. Ну что ж, хочется вам пожелать удачи, вдохновения, вашей напористости, цельности обязательно. Я думаю, что она вам поможет в будущем найти таких же сподвижников и молодых подрастающих, которые тоже приобщаются к этому виду искусства с радостью. Я просто хочу пригласить всех желающих, поскольку это на самом деле очень полезное дело – мастерить, творить, создавать что-то вечное, прекрасное. Спасибо, Инга, вам за такой настрой. И вам спасибо, что... Не меняйтесь. Мы обязательно зарядимся вашей энергией. Удачи вам. Надеюсь. Спасибо. Всего хорошего.